Привет, дружище! Сегодня у нас, как обычно, необычное видео. Меня зовут Саша, вы на канале Князь. Буду стрелять у вас лайки. Чё есть, как, зачем, почему. Лайк поставь, быстро подпишись. Ну или отпишись, или дизлайк поставь, или напиши в комментариях, что я говно. Я не знаю, ну чё-то делай. Вот, ни в чем себе не отказывай. 3 дня не выходили видео, и тут как бы судьба... Судьба, моя семья заставила меня записать это видео. Ладно, перед этим всем я сначала прорекламирую гильдию, а потом вам расскажу, что и зачем, как и почему будет происходить. Потому что я еще не знаю, какое название напишу. Честное слово, пионерское, вот, княжеское. Я вам хоть раз врал? Я вам хоть раз врал? А если врал, то напиши, где я врал в комментариях, понял? Так. Подвину свою хлеборезку куда-нибудь в бок. Короче, гильдия Fire Legion. Пафосное название, пафосная гильдия. Но мне сказали, что там очень хорошо. Что прям там вообще идеальное общение. Вот, потому, ребятушки, если вы ищете гильдию, то смело берете и туда вступаете. Вот, БГ, четверг, воскресенье. Короче, инфа вся на экране, а в ссылочке, в ссылочках. В описании ссылочку оставлю, номерочек, куда вы вбиваете Telegram или WhatsApp-чик и, короче, пишите по поводу вступления в гильдию, вот. Ну или просто заявки отсылайте. Короче, вступайте, хорошая гильдия. Ну а мы погнали. Давайте попытаюсь вам объяснить вообще, что, зачем и почему, потому что, ну, случай необычный. У меня... Давайте начну издалека. У меня есть двоюродный брат. Да, у меня есть двоюродный брат, сука, дылда такая же, как я, вот, такое, как бы, вот, у него, это, пузо даже больше, чем у меня, хотя куда уже больше, я разжирел, как этот, вот, короче, я вешу 105 килограмм, а он весит больше, большой двоюродный брат, правда, младше меня. И он играет тоже в битву замков, вот, тоже нелегкая, знаешь, ну, типа, ну что поделать, видишь, заразился чувак, я ему говорил, блядь, не лезь туда, засосет, потом не высосет, вот я говорю, не высосет, я говорю, все, душу свою оставишь, вот, и в глазах будет просто пустой блеск, понимаешь? Пустой блеск, как у наркомана будет. Я говорю, не играй, не играй. Он уже как минимум 2 года только в этой гильдии находится, значит, еще и больше играет. Ужас, ужас. То есть мне стыдно, что он начал играть из-за меня. Я-то уже думал, он раз 5 уже бросить успел, но нет, он не успел бросить. Короче, пишет он мне, купи мне зефирика. Вот, прикиньте, говорит, купи мне зефирика. Вот тут есть пак за 1900 рублей, а у нас действует акция 1+1. И, короче, сегодня брательнику куплю зефирика. Но вы не думайте, что вот князь такой хороший, да, купил братишке зефирика. Нет, нет, в долг. В долг, и он мне, короче, после зарплаты отдаст. Он студент, подрабатывает. Вот, после зарплаты отдаст, то я ему там процентики насчитаю, все как вы любите. А вот, и что хотелось бы сказать вообще в целом? Что мне хотелось бы сказать? Вот я его помню, вот совсем, совсем таким, знаете, пиздючком. Я его из садика забирал. Я никогда не забуду, как он писался и какался в постель. А сейчас уже, смотрите, зефирика покупает, да, в битве замков. Понимаете? Наивысший уровень, наивысший просто, понимаете? Ты чего в жизни добился? Я зефирика в битве замков покупаю. Вот так вот. Ну, как бы, еще совсем маленький такой был, а сейчас здоровее меня в 2 раза больше и зефирика покупает. Да, да, это не в кровать писаться. Ладненько. Ну что, пожелаем удачи. Сейчас посмотрим, как у нас работает быстро акция 1+1. Как быстро... придет, то есть до плюхи, потому что как бы мы купим сейчас вот все это дело, и нам придет только пол зефирика. Необычно 1+1, 2, 0, 3, 4, 5, да, оно может заглючить и прийти только через час. Или фиг его знает когда, или через сутки. Помню, когда вот только-только ввели эту акцию, 15 тысяч самоцветов. Но вот если бы еще самоцветы в 2 раза умножали, вообще бы было замечательно. Так, окей.
Да, слушай, пока что только одно пришло. Пока что только одно пришло, но... Ну, слушай, или нет? Слушай, или у него уже были осколки? Короче, фиг его знает, мы уже можем зефирика забрать. А, чё, давай, заберем. Че, давай заберем зефирика. Да, слушай, ну вроде пока... А, во! Во! Во, еще что-то пришло. Да, слушайте, быстро все. Может быть, потому что уже как бы нету тех толп народа, которые сразу все скупают. Кто вот сейчас донатил на 1 плюс 1, ребят, напишите, как быстро приходит, не быстро приходит, потому что поначалу, в особенности, когда какие-то паки выгодные, это прям все мучительно долго было. С зефирика мы купили. Сейчас пройдемся, ну, обзорчик аккаунта сделаем, наверное, какой-то. И пройдемся, конечно же, по акциям. Там еще должна действовать хватайка, я надеюсь. Потому что, ну, сейчас уже 2 часа ночи, я не помню, до скольки она работала. А, так, аккаунт, что тут? Господи. Окей. Живут же люди, да? Слушай, вот нет того, что вот как четкому, ровному пацику играть, короче, без доната. Вот просто без доната играть, прорываться, да? Нет, это, блядь, брату ночью написать, блядь, князю, купи мне зефирика. Ну да, а что, без зефирика слабо, да? Слабо играть без зефирика. Где у нас тут, посмотреть, сколько у него там доната было? Сейчас я тебя на чистую воду вывезу. Слушай, 221 тысяча самоцветов. Смотрите, сейчас можно, в принципе, знаешь, много не донатя, жить пропиваючи. Потому что, ну, за то время, что он играет, Ребзя, как бы это очень маленькая сумма. По сути, по факту, если сравнивать то количество денег, которое вложено у меня на аккаунтах, на аккаунте, и сравнивать то количество денег, которое вложено, к примеру, на многих аккаунтах моих подписчиков, то... Мой брательник двоюродный по факту играет без доната, потому что 200 тысяч самоцветов, ну это прям творог из одного писательного места. Вот я по-другому это никак не могу назвать. А, слушай, каких у него героев не хватает? Ну, по-любому донатных, да? Донатных героев точно не хватает. Ну, слушай, 9 героев не хватает. Смотри, Фобос, Кровавая Мэри. А, ну Фобоса он может выбить. Но я бы не советовал бы ему тратить самоцветы на роллинг. Я бы, конечно, назло ему с удовольствием просрал бы 16 тысяч самов. Думаю, что логичнее будет потратить эти самоцветы на зефирика. Ну, там, на созвездие, да? Так, зефирик уже есть. Дуэлянта. Ну, дуэлянт, опять же, донатный. Полярный лис. Да, как бы полярного лиса и у меня нету. Разрушитель. Ну, смотрите, он даже разрушителя не забрал. Как бы, конечно, разрушитель никому не нужен. Барда нету. Хладного призрака нету. Скитальца нету. Слушайте, да, в принципе, все хорошо. Ну, да, нету донатных героев. И нету скитальца. Ну, единственное, Фобус, да, конечно, полезный. Но в целом очень даже неплохо. То есть у него как бы все герои собраны. Для его доната прям очень-очень хорошо. Дальше, пошли. Меня интересует акция, во-первых. А, ну здесь как бы не акция здесь. Есть у нее накоплено? Нету. Меня интересует хватайка. И хватайка работает, и это очень хорошо. Ну вот. Пять попыток. Ух. Слушай, если, конечно, ни разу не выпадут жетоны, то это будет прям фейл. Но сегодня такой, знаешь, удачный день, чтобы подонатить. Мне, наверное, классные заявки, короче. Еще 5 жетонов. Мне, наверное, классные заявки пооставляли, да, на роллинге. На роллинге, да? Но что-то я сегодня, конечно, не успел. Пакет опыта. Слушай, я же не помню, чтобы жетоны падали. Слушай, такое говно на выпадало. Ну, серьезно, хватай-ка, елки-палки. О, ну! 10 жетонов дал, да? Всего 20 жетонов. И вот что за эти 20 жетонов взять? Или вот эти сундуки? Ну, типа 50 тысяч кулаков. Думаю, что у нее, наверное, нет проблем с кулаком. С кулаками. Я бы 2 раза эти сундуки взял. Причем они хорошие. Потому что, ну, супер питомца он все равно со своим донатом не угонится. Я не могу угнаться. Бесполезно. Эти камни тоже бесполезно. На это мы уже не можем взять. Я, наверное, все-таки логичнее взять. Или,
или 200 тысяч кулаков. Слушайте, ну сейчас кулаки за такие копейки отдают, реально, за такие копейки, что там просто подогнать акцию и за 200-400 рублей можно там, блин, кулаками себя обеспечить, по самое не хочу. А вот эти сундучки, оттуда как бы камушки прорыва падают, да, это как бы... Это вам не писечки на заборе рисовать, друзья. Так что я думаю, что надо взять. Невозможно получить склад полный. Склад полный. Ты склад не почистил, да? Ах, ну вот места я тебе пооткрываю, конечно. Так, герои. А, зефирика. Есть место для зефирика? А, наверное, чистосильный, да? Чистосильный. Ты из этих, да? Я-то надеялся. Да, чистосильный. Эх ты! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Слушай, а чё коробок так мало? Что-то странно. Слушай, у меня даже на бездонатном яйце, короче, этих коробок целая куча. А чё по талантам? Есть что-то откопленное? Ну, слушай. Ну да, как бы тут видно, что он, по сути, без доната играет и очень редко донатит. Интересненько. Ну, короче, пускай тогда сам учится. Потому что я не знаю, что ставить. Так, ну сейчас мы тут ништяков пооткрываем. Потому что эти сундучки прям очень хорошо. Так, это я не трогаю. Давай отсюда. Ну что, здесь как бы вот эти... А, ну вот сейчас и попадает добро. 400 книг. Ого, у меня на аккаунте книг не хватает. Ой, как хорошо книжечки попадали. Почему сегодня на Веслоухом не выпали эти жетоны? Так. И что у нас теперь получается? Ну, вот этих штук зато у него много. 1300 книг тоже неплохо. А прорыв. Ну, как бы я даже и не знаю. Окей, дальше. У нас же там это все на хватайке-то не останавливается. Во-первых, события. События у нас только парящий остров. Хватайка, самоцветные бонусы, базар, сет Рождества. Это понятно. Волшебная кузница. Ну, это тоже понятно. Специальное предложение понятно. Рулетка удачи. Что у нас там? Мы же тут закинули же полпака. Ваша удача 0. Но здесь как бы много попыток нам... А, да, у нас, по сути... Ну, 1000 самоцветов. Дай хладного призрака. Или барда лучше. О, господи. Пипец просто. Или фобоса мог дать. Но там же надо удачу прокачать. Тупорылая акция. Это GG. Магазинное безумие. Императорская кузница. Что у нас тут? Давайте, это что, шанс успеха? Что ты здесь даешь? Праздничный пакет. 78%. Слушай, да, чтобы там никто в комментариях слюнями не брезжал. Короче, тема такая. Смотрите, какая фишка. Фишечка заключается в том, что... Ну, как бы, это такая ущербная акция, что по факту, как бы, если у тебя тут 78%, да, то... И даже если у тебя 98%, то, как бы, ты все равно не выбьешь. Потому давайте, логика такая, как бы, если... Судьба есть, что повезет, то повезет. А если не повезет, то и как бы пофиг. Давайте попробуем. У нас 3,9% шанс выбить барда. Я уже сколько раз так пытаюсь что-то выбить ценное. Никогда не получается, но хочется проверить. Ковка не удалась. Просто я ни у кого не видел, чтобы в этой акции за какие-то маленькие проценты получалось что-то выбить. Там брательник переживает. Что там? Что там, я ему написал, что я просто аккаунт буду сливать. Так, пакет накопления. Сбежавшие олени, сука. Вот просто лайк тому чуваку, кто
кто придумал название для этой акции. Выберите один из четырех мешков подарков. Да, я хочу забрать, ну, за открыть. Вы получили сундук замка. Слушай! Окей. Давай дальше. Слушай, офигеть. Слушай, офигительная акция. Блин, вот ради нее я даже задонатил бы. Забрать, вы смотри, во-первых, ну ладно, 60 сундуков, это не самые крутые, но 6000 камней. Да, хочу забрать. Хитрая какая-то акция, но я хочу забрать. Ёлки-палки, это 6000. 6. Так, я не понял, еще шанс или что это за фигня? Ну, подтвердить. Что за прикол? Как она работает? Как оно работает? Что это такое? Слушай, там в телега... Подожди, в телеграм-канале писали что-то, что тут хитрое, как в казино. Подожди-ка. Надо проверить. Что-то тут какая-то нечистая фигня. Так, где эта акция? Ну-ка я описание сейчас почитаю. Что-то я не вижу описания этой акции. Да, что-то в клубе игроков Castle Clash ее нету. Ой, мне навтыкают в комментариях. Фу, князь не так сделал. Ну давай... Сейчас вы на уровне 3. Вы уверены, что хотите выйти и забрать все награды, которые получили ранее? Ну, слушай, ну я могу. Давай дальше. Что это за тема вообще? Давай подтвердить. Поздравляем, вы выиграли. Требования не... Короче, что-то какая-то непонятная хурма. Слушай, ну мы тем не менее, мы все забрали. Ну я считаю, это вообще тема. Я считаю, это вообще тема. Я нихера не соображаю, как она работает. Но я что-то потыркал там. Вроде забрал, а мог и дальше, короче, нажимать. Господи, объясните кто-то, как это работает вообще? Ну да, все на месте, блин. У вас недостаточно места на складе. Посмотрите, это 6, да, тысяч? Открыть все? Да, 6 тысяч камней. Как же мне этого не хватает на основном аккаунте. Ну и тут ему полезны, да? Типа полезные ништяки для его аккаунта. А, давай сюда. Книг. Книг сейчас нафармят и коробок. Ну, прям хорошо, прям по-доброму. Прям замечательно, ребята. Прям отлично. Так. И смотри, 24, ну, слушай, задонатили полпака. Задонатили полпака. А по факту у нас самоцветов, как будто мы задонатили целый пак. Ой. Базар, сбежавшие олени, бонус к первой покупке, временная акция, ну все. Ну давайте, ладно, кто досмотрел до конца видео, вам огромнейшее спасибо, давайте я все-таки 4000 самосветов потрачу. Вот. Вдруг халява придет, вы бимфобос, все-таки скоро Новый год, там Рождество у кого-то прошло, у кого-то еще будет. Давайте 4000 потратим, мы тут навыбивали самоцветов, извини. Чуть ли не в два раза больше седна. Давай, новогоднее чудо за маленькое количество самоцветов. Фея. Ну, сука, походу у меня брат такой же неудачник, как и я. Сейчас надо нам додонатить, додонатить, додонатить,
додудосить, дофигачить, дохерачить. Чуть-чуть самоцветов, и мы заберем тогда все ништяки. Не, ну а чё? Смотрите, сколько тут. Опа, стерка. Что надо ник ему поменять. Пакет накоплений. Так. Слушай, ну неплохо. Блин, и новый питомец. Прикиньте, у меня брательника будет новый питомец, а у меня этого питомца не будет. Слушай, блядь, я смотрю на количество ништяков. И мне самому захотелось, короче, задонатить. Только видишь, что? Видишь, что? Проблема-то в том, что, ну, а что тут донатить-то? Что покупать? Мне на аккаунт тут нечего покупать. Отсюда... Отсюда я не выбью это добро. Ну, тут невыгодные паки для моего аккаунта основного. Совсем невыгодные. Типа средний... Ну, как бы реально. Реально, я по себе тоже. Слушай, ну, по ништякам хорошо на самом деле. Но, блин, не для моего аккаунта. Блин, тут продавали бы, к примеру, за пак какие-нибудь штуки для... для... прокачки прорыва, да, хотя бы, я бы купил. Ну, хладного призрака покупать, на это тратить бабулеса, глупо, когда его дадут бесплатно. В чем логика разработчиков, что они его сюда суют, непонятно. То есть, питомцы, ну, вот эти камни, ну, типа, камон. А питомцы, супер питомцы, ну, окей, ну, выбью я их, получу, но все равно у меня нет ресурсов их прокачивать. То есть бред полный. Давайте, нам надо купить 1200 самоцветов. 1200 самоцветов, это какой пак? 1200 самоцветов. Слушай, это... А, это за 389 рублей можно докупить. За 389 рублей можно пак докупить. Слушай, ну давай сейчас выберем какой-то. А, здесь 188 рублей. А, ну, вот это, да, мне на основной пак за на основной аккаунт за большой пак тоже как бы не особо прикольно покупать. Вот эту вот штуку продают, ну офигеть. Улучшение эмблем, да, пошли они в одно место. 800 пыльцы тоже маловато, я ж не выбью за 800 пыльцы лесу. А, так, тут тоже такое. Ну вот это, ну это тоже говно. Ладно, давай этот купим, короче, или этот. Ну этот, конечно, поинтереснее. Фиг его знает. Фиг его знает. Подожди, а здесь что? Пакет накопления. Подожди. Временная акция. Здесь что за 400 рублей? А, свален. Херосвален. Так, тут эти сундуки, но здесь без акций 1 плюс 1 получается. Сколько у него кулаков? 96 тысяч. Ладно, давай тогда я ему куплю этот нормальный. Так, сет Рождества. Ну, вот тут вот по-доброму будет. Так, 10 рублей, 10, не 10 рублей. Было бы 10 рублей, было бы классно. Сейчас у нас улетело, по сути, 10 евро, но за это, ну, 780, там, 800 рублей, но за это, по сути, у него миллион теперь кулаков и 280 пыльцы. Сейчас мы это все будем... Еще целая куча самоцветов. Невозможно получить, но мы сейчас получим. Ай, так, давай добавить 5 слотов. Окей, давай еще добавляем. Ну, теперь богатые ништяки. Дальше заходим сюда, пакет накопления. Это собираем. Слушай, ну вот сейчас вообще по красоте получается. Ой, так, 300. Ну, прям хорошо. Ладно, ну ладно, будет супер, короче, долгое видео. Не знаю, кто досмотрит до конца. Места на складе еще есть. Это мы все откроем, но давай теперь заново надо идти по акциям. Хватайка. Две попытки. Чем же она нас обрадует? Блин, ну дай ты жетоны, будь ты человеком. Будь ты человеком. Пакет кристаллов. Ну что это такое? Да, вот серьезно. Ну дай ты жетоны, ну сволочь, а. 10...
10 сундуков таланта 5 уровня. Волшебная кузница, ерунда, рулетка удачи. Должны там дать какую-то попытку. Да, дали одну попытку. Ваша удача 3. Фобоса бы дали. Магазинное безумие, это понятно. Императорская кузница. Я тут вообще, походу, не был. А, нет, был. Был. Но сейчас видишь шансы. 1.5% шанс на барда. Чё бы его не использовать? Ковка не удалась. Ну, неудивительно. Неудивительно. Подарки тут. А, так, базар. Сбежавшие олени. Хотя, стой, подожди. Дед Мороз и его верные олени занимались доставкой подарков для лордов. Внезапно остальные олени сбежали вместе с упряжкой, оказавшись в таинственном снежноземье с полными санями подарков. Нам нужна ваша помощь, чтобы найти сбежавших оленей в снежноземье и вернуть их. Во время поисков можно найти спрятанные сокровища. Не остерегайтесь, путешествие... Время события с 25 декабря по 27. Окей. Ну, как бы нам информация... Вы получили 3 шанса. В общем, у вас остался 1 шанс. Выберите один из 4 подарков. Где правила? Правила. Так, купите 3000 самоцветов за один заказ, чтобы получить 1 шанс. Окей, всего здесь 10 уровней. Перед каждым новым уровнем вы можете открыть один из 4 мешков подарков. Так, предварительные награды. В мешках подарков есть разные виды предметов, но если вы случайно откроете мешок со смертушкой, все предварительные награды будут утеряны. Уровни 1, 3, 5, 7 свободны от опасности. А, то есть я тогда все-таки лоханул, надо было правила почитать. 1, 3, 5, 7. Ясно, понял. Главное со смертушкой не открыть. Так. Так, вот это сейчас безопасный уровень. А, да, я тогда лоханулся. То есть третий уровень был безопасный, я забирал только на втором уровне. Так, 3, 5, 7. Ну, давай рискнем, до 5 дойдем. О, слушай, вот это четко. Вот сейчас безопасный уровень, да? Боу, мы Мишу получили. Ну что, рискуем дальше или нет? Ну, сейчас, наверное, по-любому смертушка выпадет. Ну, хотя здесь по подаркам. Миша. Миша, 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 Миша. Три, пять, семь. Слушай, ну давай попробуем. Раз тогда мы не пробовали. Тогда я пос... О! Слушай, седьмой безопасный, да? Бля, как я лоханулся тогда, а? С этой акцией. Ну все, дальше я рисковать не буду. Забрать и выйти. Потому что да, я тогда мог... Окей. Короче, да, я тогда лоханулся. Слушай, у нас еще есть шанс. А, требования не выполнены. Блин, слушай, интересная акция. Короче, просто... И теперь, смотрите сюда, заходим. События. Парящий остров. Перейти. Сколько тут всего накопил? 630. Это неплохо. Давайте, давайте повыбиваем ништяки. Так, пока что ерунда. Два осколка лисы. Мэри. Слушай, ну из-за того, что целая куча донатных героев, по факту все твои попытки просто берут и распыляются. Ну, мы там барда два осколка получили, лису, парящий остров в какое-то говно превратили. Причем вот вы сейчас не видите, но вы посмотрите общий, да? Что мы получим в общем. Ну, просто, вот, ну это же жесть, это ж ненормально, по одному сундуку давать. Ну, вы серьезно? Просто парящий остров превратили в какое-то дерьмо. Падает по 100 осколков этого прорыва. Вместо... Ну, короче, просто по минимуму все падает. То есть, ну, какие награды здесь? А, смотри, здесь, здесь как бы по 100 осталось. Раньше можно было 1000 получить. По одному сундуку. Ну, IGG, вам самим не смешно? Реально, просто испоганили все. Ну, давай дальше. Тут даже мне как бы и смотреть неинтересно. Просто... А, ваш почтовый ящик переполнен. Ну, давай забираем. Получить все.
Но в целом все равно 1400 нафармили. Давай идем дальше. События. Просто долбим. Так, 630. Так, снова переполнено. И что у нас тут получается? Окей, посмотрим, сколько осколков лисы соберем. Да, 630 у нас было этого. 630 у нас было пыли. Слушай, ну прорыв Влад сможет хорошо прокачать. Прорыв сможет прям замечательно прокачать. А, все, у нас закончились попытки. Итого у нас получается... Ну, окей. Дальше, заходим теперь на склад. А, стой, нет, заходим в осколки, это самое интересное. Блин, ну вот, знаете, да, поленился, я что-то там слышал, что какая-то система казино. Ну, блин, я там один раз, походу, остановился на второй попытке, надо было дальше фигачить. За 630 пыли мы получили 37 осколков полярного лиса. Ну, ладно, так. Барда 120 осколков. И Мэри 147 осколков. Да, слушай, ну, если Влад хочет получить Мэри и Барда, то может поддоначивать на пыль. Да, за 630. Я не знаю, у него были до этого осколки или нет. 630, ну, как бы да. Мэри можно собрать. Так, ладно. А, полярный лис. К примеру, чтобы полярного лиса выбить, ну, допустим, просто тупо, вот, открываю калькулятор. 200 делить на 37 осколков. Это 5,4. И умножить на... Подожди. Ну, а, ну, короче, 5,4. 630 пыли умножить на 5,4. Чтобы выбить полярного лиса, нужно 3400 пыли. 3400 пыли. И вот даже, к примеру, если я сейчас на свой основной аккаунт вот, задоначу вот это вот, за, ну, возьму пак, у меня будет 1600 пыли, я, наверное, выбью Барда, я, наверное, выбью Мэри. Но и то не факт, вы сами знаете, что я неудачник. Вот, но и как бы все. Полярного лиса я не выбью. У меня где-то будет 100 осколков в лучшем случае. Да, я заберу пакет накопления. Который на самом деле, конечно же, крутой. Это будет выгодный донат. Подожди, давай, ладно. Короче, у нас сегодня такой долгий семейный видос. Так, ну-ка. Воу! Вот такой вот новый новогодний фон. Я даже, знаете, что я музыку включу. А вы ее не слышите? Сейчас я включу погромче, если я найду как. Ясно. Ясно. Неплохо. Не Рамштайн, конечно, но тоже ничего. Далее идем сюда. Да, с той акцией я, конечно, лоханулся. Окей, ваши подарки. Давай, заходим сюда. Это мы открываем. Триант. Так, тут у нас кто? Тут у нас говно. Эх, когда-то Валентина была крутой. Всем была нужна. А теперь, сами понимаете. Так, это все ерунда. Сундук гильдии. Так, тут тема. Книжечки нафармим. Книжечки, камушки. Талантики. Ну, тут там священных огней у него хватает. Дальше 316. 316, ребят, прикиньте. 316. Да уж. Ну-ка, давай забираем.
Слушай, мне прямо интересно посмотреть, сколько у него в конечном итоге по ресурсам все окажется. Как у него будут дела с ними. Да. Так. Есть. Дальше. Эти 100 сундуков. Скины на здание. Скины на здание. Давай камни, камни для прорыва. Сыпь камни для прорыва, дружище. Окей. Дальше. Сундуки. 9000. Ёлки-палки. 9000. Сундук на Хэллоуин. Окей. Смотрите, 70 осколков скитальца. Дальше. Мешок с эмблемами Prime 10 уровня. 10 ремка, 10 воодушевление. Окей. Дальше это все ерунда. Давай. Праздничный пакет 1. Праздничный пакет 1. 20-40. Ну, слушай, ну, допустим. Давай. Открываем. 120, 20. Ну да, видишь, если бы тут еще лесу давали, было бы нормально. Один пакет питомцев, елки-палки. Финик. Слушай, ну, давай теперь посмотрим. О, елки-палки, у нас самоцветы есть. 15 тысяч самоцветов, ребята. Миллион кулаков. Ну, это как бы еще не все. Так, камушек, смотрите, для судьбы прокачки. Прям хорошо. Прям по-доброму, по-новогоднему. Дальше. Дальше что у нас получается? 17 тысяч камней пламени! Йоу! 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 Да. Весело. Весело, конечно. Фу-фу-фу. Ну что? Вроде мы по всем акциям прошлись. Волшебная кузница, мы же тут были, да? Но все время кажется, что мы здесь не... А, ну это этот. Волшебная кузница, понятно. Рулетка удачи, императорская кузница. Мы тут тоже были. Но мы везде были. На этом все, ребята. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Я прям сейчас буду сидеть, короче, и думать, купить мне этот пак, не купить мне этот пак. Денег на самом деле особо нету. Вот, но как бы по ресурсам, если, конечно, столько же ресурсов получится забрать. Не знаю, ребята, не знаю, короче. Пакет накопления, это будет 1600 пыли плюс 1600, 1550. Ладно, на этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Влада поздравляю с огромнейшим количеством ресурсов. Слушайте, ну давайте, я не знаю, ну не обидится. Вот будет маленький бонус для тех, кто до конца досмотрел. Чуть-чуть потратим самоцветов. Триант Седна. Господи, ну должно же чудо случиться. Сноузила, Паладин, Рина. Слушай, ну и давай до 30 тысяч. Вот. Фобоса там. Так, тут же есть, вот так вот можно ударить. Укротитель. Смерть. Серьезно? Стрелок. Ладно, короче. Ладно. Ворожей. Это бессмысленно, да. Легче, короче, так получить. Ладно, я вам пожелаю огромнейшей удачи. Я надеюсь, вас повеселило это видео. Вот, брательнику пожелаю удачи. Не забываем вступать в хорошую гильдию под названием Fire Legion. Я серьезно говорю, что хорошая гильдия. Вот, советуют. И как бы так вот, ну, поздравляю. Поздравляю с Зефириком. Вот, прошлись по акциям. 1+1, все дела. Вот. Всем чаушки и пока.